Добрый ранок, мы из Украины. Смотрите, ну утром разбомбили сейчас Зарю, похоже, самолетами там по материальным воротам. Сейчас выясняем обстоятельства. Но что хочется сказать. 17-й день войны, полет нормальный, настроение у всех прекрасное. По всем сетям, по всем перехватам, разговорам в России, в Белоруссии, орки не только нас боятся, они нас уважают. Уважают за то, что у нас такой дух. Уважают за то, что мы легко переносим все эти негаразды. Боятся и уважают. Это основной показатель того, что победа будет за нами. Я вам так скажу. Огромная часть людей из них пытается, хочет стать гражданином Украины. Я не знаю, как на это реагировать. Наверное, они это хотят, потому что понимают, что у нас лучше, у нас свобода, мы за нее боремся, а у них рабство. Поэтому давайте так. Хочется, чтобы наши все желания сбывались, и мы все равно будем двигаться вперед, будем отстаивать свою родную землю. Разом до перемоги! Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.